Дорогой друг, привет. Знаете что? На свете очень мало стало пчел. Я вот это самое смеюсь, а на самом деле это горе. Это великое горе. В теплице у меня вот здесь 8 растений сорта Феникс, остальные гибриды. Ну, как пишут они, партенокарпические, но пчелки, мне кажется, все равно нужны. Чтобы пчелок привлечь, знаете, мы сейчас делаем? В ложке у меня мед. Я сейчас спичкой буду мазать стебли на огурцах. Они же, пчелки, любят мед, да? Ну, и вот как раз они сейчас... Наверное, давайте попробуем. Смотрите, ну, не особо там прям как аккуратно. Ну так вот, мажьте, чтобы пчелки прилетали. Не будет пчелок. И никакие партенокарпические гибриды не спасут нас от голода. Вот. Сейчас мы с вами сделаем. А завтра я посмотрю, будут пчелки здесь жужжать и хлопотать или нет. На самом деле я даже взял меда очень много. Вот. Можно поменьше, ну, потому что тут, ну, по одной капельке, там где вверху середочки, внизу там. Вот. Ну, я так думаю, на одном растении можно в двух, в трех местах. Наверху, в серединке и внизу. И вот так вот можно пройти, если у вас будет желание, каждой растенице. Ну, в принципе, можно и не каждое растение, правда? Если они запах почуют, они быстро сюда соберутся. Может быть, даже роем. Это я шучу. Так. Аккуратненько. Можно и где там на веревку попадет, ну, вернее, на шпагат. Ничего страшного. Главное, чтобы пчелки прилетели. Так. И давайте вот на сорте. Ему же опыление надо. Опыление нужно по-любому. Вот так. Мои хорошие. Они завтра разнюхают. Завтра прилетят. Будут пыльцу собирать, опылять. Да, дорогой друг. Беда. Беда с человеческим фактором. Ну, вообще. Ну, понимаете? На планете осталось пчел очень мало. А знаете почему? Ну, потому что фермерские поля опрыскиваются разными ядохимикатами. И умирают пчелы целыми ульями, целыми семьями. Вот что человек безумный делает. Но будем надеяться, что он, может быть, одумается. Но не может же быть, что он вообще безмозглый. Ну, не может быть. Не может быть. Ну и, короче, я не буду занимать ваше время. Я вот сейчас все растения намажу медом. А завтра буду наблюдать, учуют пчелки мед или нет. На связи был Сергей Дьяков.
Сегодня у нас, на всякий случай, 7 июля 2018 года.